красавцы. Хотят ли русские войны, блядь? Те уже ничего не хочет, блядь. Вон еще один на заправке валяется. 21 веке абсолютно неприемлемо разрешать какой бы то ни было конфликт при помощи танков, артиллерии и солдат. Мы ищем ответ на вопрос, хотят ли русские войны. Русские не хотят войны. Как уверен, не хотят ее и украинцы. Более того, это я хочу подчеркнуть особо. Мы не видим никаких предпосылок для того, чтобы рассматривать ситуацию в таких терминах. Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация. Санкции Совета Федерации России. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Хотят ли русские войны?
почтальон, и адвокат, и беден кто, и кто богат. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли...